Он любит тебя, но никогда на тебе не женится. Никогда. Пишешь, что тебя гнетет какая-то непреодолимая и необъяснимая печаль. Тело твое здорово, дом полная чаш, а на сердце пустота. Именно сердце твое полно тяжести и уныния. Вынуждена ты посещать балы и места увеселений, но это только увеличивает печаль. Берегись крепко. Это опасная болезнь души. Она может вовсе умертвить душу. Такую печаль церковь считает смертным грехом, ибо, по словам апостола, есть два рода печали. Печаль ради Бога, которая производит покаяние ко спасению, и печаль мирская, производящая смерть. Очевидно, ты страдаешь от второго рода печали. Печаль ради Бога охватывает человека, когда он вспоминает о грехах своих, кается и вопиет к Богу. Или когда кто-то печалится о грехах ближних, видя, как отпадают они от веры. Такую печаль Господь обращает в радость, подобную той, которую описывает апостол Павел, говоря о всех рабах Христовых. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Они радуются, потому что чувствуют силу и близость Божью и приемлют утешение от Господа. Так сказал псалмопевец, помянув Бога и возвеселився. Печаль святых подобна облакам, сквозь которые сияет солнце утешения. А твоя печаль подобна солнечному затмению. Должно быть, есть за тобой много мелких грехов и поступков, которые ты считала незначительными, и не исповедовалась, и не каялась в них. Словно паутина опутали они твое сердце и свили гнездо для той тяжкой печали, которую демонская сила злорадно удерживает в тебе. Поэтому пересмотри всю свою жизнь, подвергни себя беспощадному суду и исповедуйся во всем. Исповедью ты проветришь и очистишь дом своей души, и войдет в него свежий и здоровый воздух,
Духом, Духом Божьим. А затем смело принимайся за добрые дела. Скажем, начни творить милостыню ради Христа. Христос увидит и почувствует ее, и скоро подаст тебе радость. Подаст ту несказанную радость, которую Он дает, и которую никакая печаль, никакая мука, никакая демонская сила не могут помрачить. Читай Псалтырь. Это книга для скорбящих душ, книга утешения. Да пошлет тебе Господь радость.